Привет, представься, пожалуйста, как тебя зовут и из какого ты города приехал? Привет, меня зовут Илья, я из Нижнего Новгорода. Как принял решение приехать на ретрит Светланы Лавровой? Почему именно к ней на программу, не к какому-то другому мастеру? Да я его уже 3 года смотрю по Ютубу, то есть ее ролики, там, закрытый клуб, в закрытом клубе. Вот, собственно, ну, давно просто хотел приехать на ретрит, как-то все не получалось, с финансовыми не срасталось, вот, а тут все получилось, сложилось. Вот лично я была тебя очень сильно рада видеть, чуть больше, чем других людей, потому что ты из Нижнего Новгорода. Это город, который я очень люблю. Приятно, что оттуда приехал ты. И еще и туда вернешься, с какими-то, наверное, своими инсайтами. Были какие-то здесь у тебя инсайты? Какие-то процессы, может быть? Ну, во-первых, я зашел на 3,5 суток без еды, просто с водой. Иногда чай пил. Вот. Настолько еще долго не заходил. Обычно заходил там с 2 яблоками. Ну, вот на такой срок. Просто без еды еще не заходил. Потом инсайты были... Так, вроде бы Светлана какую-то мелочь скажет, а у меня прям вот инсайд, да, то есть какие-то вот такие мелочи, говорит. Вроде я это и знал, но вот с другой стороны они открываются по-новому. То есть какие-то простые слова, да, они для тебя открывали какой-то пласт информации, да, сознаний? Да. Вот. Еще вот вчера разбирали как раз вот это взаимодействие с высшим я, с хозяином, вот это вот тоже такой инсайт был, как это все устроено. А почему ты вообще стал смотреть Светлану, следить за ней? Вот ты говоришь, 3 года уже ты подписчик ее каналов. Что тебя привлекло? Автономия, неедение, она как личность, она как психолог, что привлекает? Ну, да, я сначала начал Анастасию Зелевич смотреть. Ну и вот канал там «Браво», ну вот канал «Автономов», да, то есть там разные спикеры были. И как-то просто вот наткнулся на Светлану, она вот отозвалась в моем сердце, так скажем. Чем? Ну то, что, во-первых, она и автоном, и психолог. То есть вот это вот в ней сочетается, психология, автономия. И как-то, ну... не такая жесткая, да, автономия, как там у Анастасии, например. Вот. То есть... А что ты имеешь в виду не такая жесткая? У Светланы... Что у Светланы? Как ты воспринимаешь то, что у Светланы? Светлана идет через голову. То есть она тебя распаковывает через твою голову, через твои убеждения, через ум, да, вот чтобы... Через осознание пришел ты, да? Унять вот этот беспокойный ум, да, и какие-то осознания для себя получить. То есть не просто практики голодания, а чтобы ты мог как-то трансформировать свое сознание, правильно? Я понимаю. Да. И это тебе удалось прочувствовать на ретрите, или это то, что на канале, следя за Светланой, ты смог тоже прочувствовать? Сначала на канале. На канале тоже, да? А потом здесь. А здесь? Вот как на самом деле ожидания какие-то, да, от человека, которого ты смотришь, грубо говоря, в телефоне, как они совпали с реальностью? Вот она сидит живая, разговаривает с тобой. Как это было? Ну, я не загадывал, каких-то ожиданий не было. Ну, вот приехал сюда, и, ну, получилось все супер. Она такая же, как в телефоне? Ну, здесь же все живые, то есть здесь, я так скажу, здесь ты сам для себя создаешь, то есть я сам для себя создал вот этот ретрит, и сюда же не только Светлана приехала, но другие люди, и все не случайно. И вот я вчера вот смотрю, вот мы когда ходили в сауну, смотрю на всех, у всех глаза светятся, прям светятся светом таким. Я удивился, что вот все такие сияющие духовные приехали развиваться, расширять свое сознание.
Вот. Тебе понравилось это ощущение вот быть в группе единомышленников? Да, это очень первый раз, это первый твой ретрит? Да, это первый ретрит в жизни. Это круто, да, ощущать, что ты прямо вот среди людей, которые близки тебе по духу? Да, это здорово. С какими впечатлениями прошли для тебя практики, вот, которые мы здесь делали? Какая-то практика оставила наибольший отклик? Понравилось или, может быть, эффект какой-то был самый яркий? Поделись, пожалуйста. Ну, все практики, наверное, понемногу внесли свой вклад. То есть вот практика с бубном. Я, кстати, вот эту практику с бубном, Светлана ее в канал записывала раньше, я ее слушал в канале. Но здесь другой эффект, потому что прям вот вибрации тебя пронизывают, и ты их чувствуешь, вот через все тело проходят. Это, конечно, да, это впечатляет. Вот. Потом я еще ждал практику с клетками, погружение в клетки. Вот. Ну, удалось, удалось побыть в этом процессе? Да, удалось прочувствовать вот свое тело. Арис, это тоже замечательная встреча с Арис была. Ну, это, конечно, не ожидал, это такой сюрприз. А ты знал о ней раньше? Нет, первый раз. Раньше не знал. Ну, у Светланы на ретрите часто бывают какие-то такие сюрпризы. И если можно соединить каких-то людей, присоединить к этому полю, который способствует раскрытию, то вот такое случается. Это прям сюрприз всегда и как подарок. Если это творческие люди, то это еще и вот такой бонус имеет. Ну, это приятно. Приятно было слушать ее исполнение. Да, точно. Скажи, что бы ты хотел пожелать напутствовать? Напутствовать самому себе в тот день, когда ты найдешь это видео случайно на канале Светланы. Может быть, это будет даже не скоро, а вообще однажды. Вот из сегодняшнего дня, что такого ценного есть сейчас у тебя, чтобы ты хотел не растерять и сам себе послать в тот день, когда будешь смотреть это видео? Ну, получается, да, самому себе послать вот из этого состояния, да, в котором я нахожусь, да, себе, да, будущему. Да. Я хочу себе пожелать, чтобы вот... иногда внутренняя работа, да, какая-то ведется, она незаметна. Вот, например, после ретрита я знаю, что распаковки будут меня настигать и настигать какое-то время. Вот. И поэтому какая-то вот с первого взгляда незначительная какая-то работа, да, может принести значительный эффект. Вот об этом надо помнить. Работа над собой, да, в первую очередь, расширение. Работа со своими блоками, в том числе. Вот это надо помнить. Что еще? А давай отправим напутствие тем ребятам, которые, так же, как и ты, например, долго смотрят уже Светлану, ни разу не приезжали, но, например, хотят, они бы хотели приехать на ретрит, по каким-то причинам пока сомневаются. Что бы ты мог пожелать этим людям? Может быть, кому-то не стоит сюда приезжать. А если кому-то стоит, то кому стоит приехать? Вот сейчас уже с позиции своего опыта, что бы ты мог сказать? Ну, во-первых, надо спросить себя, вот внутрь себя заглянуть и спросить, хочешь ли ты вообще на ретрит. Для меня это такая перезагрузка была. Вот, то есть я там работал, грубо говоря, на работе, да, и поехал сюда, и я здесь отключился. То есть отключил свою голову, свой мозг. И, от всего, да? Да, от всего. И отлично отдохнул. И вот точно стоит поехать тем людям, которые хотят перезагрузить себя в нового я, да. И, может быть, вообще тем людям, кто хочет развиваться, может быть, там, в психологии, в других областях, в своей области в том числе. А у тебя какая профессиональная область? IT. То есть ты прям IT-сфера. Такой очень технический человек, айтишник, да? Да. Класс. То есть у нас не только эзотерики и психологи, у нас вот еще айтишники есть, которые смотрят вглубь себя. Это круто, это круто. Не, на самом деле очень разные люди всегда приезжают. Я хотела сакцентировать на этом внимание, на самом деле, когда спросила тебя про твою профессиональную сферу. Да, я понял.
Я тебе очень благодарна за отзыв. Я благодарна, что ты приехал, привез мне кусочек Нижнего Новгорода. Ребята из Нижнего Новгорода, все, кто нас смотрит, знаете, что здесь в команде Светланы Лавровой есть человек, который вас любит и ждет. Это я, голос за кадром. Илья, спасибо тебе большое. Я надеюсь, ты присоединишься к нам в других наших поездках, путешествиях, не менее интересных, в следующих ретритах. Обязательно, да. Спасибо. Спасибо.